Снова здравствуйте. Это «Укрыла я всю белой немире», и мы продолжаем наши эфиры. Я хочу напомнить, что спонсор канала – торговая марка «Гетман». Мы очень рады, что с нами на связи сегодня известный американский политолог, известный специалист по России, старший научный сотрудник Center for International Interests, приглашенный профессор в университете Джона Хопкинса, бывший директор программы по России и Евразии Center for Strategic and International Studies, CSIS, как мы знаем, это центр, господин Эндрю Качин. Господин Качин, здравствуйте и спасибо большое, что нашли время сегодня поговорить с нами. Здравствуйте, Людмила. Очень приятно поговорить с вами еще раз. Спасибо. И видеть вас. Спасибо. Господин Качинс, я знаю, что в последнее время вы очень много писали, изучали возможных преемников Путина или кто может заменить Путина в его месте, если кто-то может. И вы обращали внимание на несколько фамилий. Здесь и Мишустин, и Патрушев, и даже члены семьи Путина. Я не знаю, актуален ли еще вопрос преемника для Путина или уже нет. Он решил просто править вечно. Ну, это, конечно, очень интересный и сложный вопрос. Типичная русская система управления в истории уже больше, чем 800 лет. Начиная с княжества Москвы. Система очень непрозрачна. И я шутил, что вообще, что происходит в Кремле, остается в Кремле. Мы говорим на английском языке «What happens in Vegas stays in Vegas». И мне Путин, он очень типичный, традиционный консерватор, консервативный лидер, империалистический лидер. И если мы смотрим на историю недавних лет, можно сказать, что Горбачев и Ельцин, они исключения от российская система управления. И Путин, он нормальный такой лидер. И даже если мы смотрим на... много говорят, что он уже сейчас лидер 24 года, это очень много. Но если мы смотрим на русскую историю в течение 800 лет, есть очень много лидеров, которые руководили князи, цари, генералы, секретари на такое длинное время, как Путин. И всегда Кремль хочет показывать, что есть очень могущий лидер. Все сильный лидер. И это немножко кабуки, это немножко пиар. Все говорят, что сейчас Путин диктатор. Но что значит диктатор? Современный период. Честно сказать, трудно мне сказать. Я не считаю, что он такой... диктатор. Система очень сложная. Есть много человек. Есть, конечно, это огромная страна. И настолько Путин сам руководит это. Я думаю, что мы должны довольно скромно относиться к этому вопросу. Несмотря на насколько мы видим на прессе, на СМИ, на Западе, в России, вокруг мира, что Путин очень-очень могущий диктатор. Вы сказали, что в России очень сложная система управления.
Но сложная система уязвима. Где уязвимость в российской системе тогда? Уязвимость – это вообще самая большая уязвимость – это, конечно, коррупция. И безответственность. Официальных лиц в России. Конечно, сила более централизирована, но где ответственность? Я думаю, что это большая проблема для России сегодня, чем было последние десятилетия. Господин Качинс, вы называете людей, которые влиятельны в России, и среди них Патрушев. Сейчас Патрушев-старший назначен советником. Наверное, он понижен, не знаю, может, повышен, как вы скажете. Шойгу тоже уже не министр. Что это за перестановки во власти? Как вы их оцениваете? Почему Путин сделал эти перестановки? Чего он добивается? О чем они говорят? Ну, я думаю, что вообще, Людмила, что есть тенденция готовить новую элиту в России. Следующее поколение. И Шойгу был на место 12 лет, министром обороны. До этого, конечно, он был министром чрезвычайной ситуации. Он длинный коллег Путина. Но Патрушев даже то же самое, более-менее. У них тот же самый возраст Путина, более-менее, 72, 70, 73, 71. Конечно, Путин с Патрушевым, они работали вместе даже в КГБ, советские времена. Патрушев всегда был рядом с Путиным после того, как Путин стал президентом. Один аспект – это перестановки влиятельных людей вокруг Путина, он создает место на более молодых людей. Был очень странный эпизод осенью прошлого года с Патрушевым. И появилось начало ноября видео на интернете. И видео сказало, что Патрушев выступает, at the funeral. С трибуны он выступал на конференции какой-то, да? Ну, это было очень странное выступление. По-моему, это было AI, это было фейк. Но кто готовил этот фейк? Было много слухов в то время, что Путин умер, в Алтайских горах и бла-бла-бла. И это было очень активный слух, можно сказать, на интернете, в России, тоже вне России. Но кто готовил этот видео, Патрушев? Конечно, я не знаю. Одна теория моя, это что, может быть, кто-то вокруг Путина, это был Кремль, который готовил это, и считали, что, может быть, Патрушев, может быть, старается стать слишком влиятельным. Была интересная статья Wall Street Journal около этого времени, и писали, что Патрушев это был человек, который
организовал смерть Пригожина. И это и такое мокрое дело, это часто готовит Патрушев. Главная проблема для студентов российской политики – это непрозрачность, что мы всегда догадаемся немножко, потому что информации мало, дезинформации много, и как узнать разницу между настоящей информацией и дезинформацией. Это очень старый трюк русских политиков, много веков они занимаются, и это они довольно способны в этом деле. Конечно, вы на Украине, вы знаете это гораздо лучше, чем я. Господин Касинц, вот когда отдаляют близких людей, таких как Патрушев, Шойгу, то кого-то должны приближать. Но кого приближают, пока непонятно. То есть какие-то новые фамилии яркие не звучат. Вот это что для вас, о чем это говорит? Да. Это загадка. Во-первых, мы не точно знаем, какие отношения имеют Шойгу и Патрушев сейчас с системой управления. Конечно, в российской системе это другой элемент. Есть формальные позиции и неформальные, можно сказать, влияния. И, по-моему, неформальное влияние – это гораздо важнее, чем может быть формальное влияние. Это первое. Что? Шойгу сейчас, после 19 лет, он не министр обороны, и кто сегодняшний министр? Андрей Белоусов, экономист, консервативный экономист, государственник, такой человек. Человек, который не имеет никакого серьезного опыта управления в государстве. Он никогда не был министром, он никогда не был замминистром. Но это и Министерство обороны – это огромная организация. Ну, я читал, конечно, много комментариев по Белоусову, по его новой роли. И более говорят, что он Путин назначил его, чтобы более эффективно управлять больше всего военно-промышленный комплекс. Сейчас Россия тратит очень большие деньги на это, 120 как минимум миллиардов долларов в год. Я не вижу ничего опыта Белоусова, который дает мне уверенность, что он сам может бороться с коррупцией и более эффективно управлять Министерством обороны. Это загадка мне. Мне было очень удивительно с этим выбором. Это один человек. Если мне надо было сказать, кто выиграл в этих изменениях? Ну, я бы сказал, что, может быть, это было Чемезов.
потому что два из его более молодых коллегов, бывших коллегов Андрей Дюмин и Денис Мантуров, они стали, они получили увеличение позиции правительства. И, конечно, Чемезов самый важный человек в военном промышленном комплексе, наверное, в России, сегодня. У него тоже самый возраст, Путин, Патрушев, Шойгу, но он остается в позиции. И его два молодых коллегов, они получили увеличение. И есть потом другой человек, интересный, это новый министр энергетики, Сергей Сибилев. Кто жена Сергея Сибилева? Ну, это двоюродная сестра Путина, Анна Путина Сибилева. Ее карьера в течение последних пяти лет это как ракета. Ух ты! Именно ее карьера, а не мужа. Ее карьера. Да, да. Я думаю, что она очень способная женщина. И способнее, чем муж. Я не вижу ничего особенного таланта Сергея Сибилева, но, может быть, я просто не знаю. Но я думаю, что его увеличение в течение последних 10 лет это из-за того, что кто его жена. И мы не знали, кто была его жена, только, может быть, последний год, потому что ее первый муж – это человек с фамилией Логинов, что они всегда писали, что она Анна Логинова, Анна Путина. So они скрывали идентичность ее немножко. Это понятно. И они стали предпринимателем большой компании угольная компания Colmar. И откуда были деньги на это? Это было от очень близкий друг Путина, Геннадий Тимченко, приблизительно 10 лет тому назад. И потом в 2017 году назначили Сергей Сибилев губернатор региона Кемерово. И когда он стал губернатором Кемерово, он дал все, как сказать, акции Colmar жене. И она стала, можно сказать, главная управляющая компания. И сообщали 2-3 года тому назад Радио Свобода, что, может быть, это было Forbes, и потом Радио Свобода, что она очень богатая женщина, $2.5 миллиарда. У них оба не было никакого опыта в большом бизнесе. Ее тренинг, она психолог. Но это показывает очень важный фактор системы Путина – это непотизм. И мы видим, что много, на английском называют этих людей princelings, дети Ковальчука, дети Тимченко, дети Путина, дети всех влиятельных людей. Они начинают больше заниматься самыми высокими
постами в российском правительстве. Что это, я возвращаюсь, к первому пункту, что готовится новая элита Путина. Это есть изменение гвардии немножко. Конечно, это постепенно, и люди, которые теряли большие посты, они не в отставку. Ну, например, Шойгу, он сейчас председатель Совета безопасности. И это типичная политика Путина. Господин Кащенц, если Путин создает новую элиту, насколько это важно для окончания войны, для продолжения войны, как вам кажется, как это вписывается в его понимание мира? Конечно, Путин сейчас понимает, что эта война будет не краткая война. Она готовит на более длинную войну. И это объясняет, по-моему, на несколько степеней характер изменения государства. Но тоже мне кажется, что Путин, он сам не готовит уйти от позиции лидерства. Но он понимает, что нужны новые лица, новая энергия. И он сам сейчас очень часто говорит об этом, что нужна новая элита России, самая важная группа это будет ветераны войны. И вот почему позиция его двоюродной сестры Анны Путиной Севельёва, это очень важно, потому что она руководит и даже она организовала организацию «Защитники Отечества». И это все союз, все страна. Это огромная организация, есть кабинеты всех регионов в России. И она, я думаю, что ее сочетание, ее близкость к ветеранам и тоже ее опыт бизнеса, она будет играть очень важную роль с этими людьми. Но так говорят Путин. Но это может быть касается вашего первого вопроса, Людмила. Но какая увязанность есть в системе в России? Но в истории недовольны ветераны. Но после войны против Наполеона Октябрьская революция, ветераны Афганистана, и это если они не чувствуют себя довольно удобными, потом они могут стать опасным фактором в российской политике. Что вот почему это, когда я узнал, я начал заниматься Анна Путина, ее роль мне казалось, что очень важный. Путин, ему нужен очень лояльный человек и тоже способный человек, который занимается этим. Что есть разные аспекты новой элиты, может быть,
на первом месте это дети сегодняшней элиты. Конечно, есть исключения, но непотизм это большой фактор этой системы. И тоже мы должны смотреть роль ветеранов системы и как Путин будет стараться, его команда будет стараться контролировать возможную опасность от этого сектора. Господин Качинс, сегодня, да и последние недели, появляется информация, что Путин готов заморозить войну, конечно, на своих условиях. Но считаете ли вы, что это в интересах Путина? И в этом смысле тогда можно давить на него? Или это не в интересах Путина? И тогда это другая история. Я не думаю, что это в интересах Путина закончить войну. Война стала в течение уже больше чем 2 года очень-очень важный фактор его авторитета. И система больше и больше отвлекает это. Что, я думаю, что это в интересах Путина, чтобы война продолжалась надолго. Это, ну, вообще в истории, люди не хотят изменить лидеров в середине, в течение войны, да. У нас был такой опыт с ФДР, Вторая мировая война США, несмотря на то, что он уже он был президентом надолго. So, я не вижу что-то в его интересах. И тоже я не вижу, как это возможно сейчас. Я помню, когда мы говорили, это было начало февраля, но я сказал то же самое, я не вижу возможности интереса Украины закончить скоро войну, потому что, ну, какие условия хочет Путин? Он хочет территорию, украинскую территорию, Крым, и 4 области на востоке, на юге Украины. И, наверное, он хочет больше. И это никогда... Я не вижу сейчас в вашей стране, вы знаете гораздо лучше, чем я, что Украина, что президент Зеленский и вообще общественное мнение готовит кончить войну на условиях более приятных в России. Господин Качинс, позвольте последний вопрос. Когда мы с вами говорили, вопрос помощи Украине был еще не решен. Сейчас вопрос помощи решен. Но снова приближается конец финансового года, осенью. И мы знаем, что выборы приближаются президентские. И поэтому я хочу вас спросить, считаете ли вы, что Америка и Запад уже не оставят Украину в принципе и будут Украине помогать, потому что любой проигрыш Украины – это будет проигрыш Америки или проигрыш Запада? Или нет такой привязки? Как вам кажется? Я думаю, что это был тот же самый вопрос с тем, что мы закончили разговор несколько месяцев тому назад. Да, я знаю. Я помню, что я был более оптимистическим, когда будет удобрен в Конгрессе оборудование и военной помощи Украине. Но, слава Богу, наконец получилось. Но это мы сейчас видим и вы чувствуете очень реально, насколько это
что есть настолько это значит, как сказать, разрыв in supplies. В поставках. Сейчас ситуация очень тяжело для украинских военных сил на территории. Но будет лучше по степени в этом течение месяца два. Это уже почти середине 24-го года. Но, конечно, один, может быть, положительный аспект очень поздного решения, это значит, что поставки оборудования закончатся в конце этого календарного года, но будет продолжаться до весны, наверное, 2025 года. Но что будет после? Конечно, вы знаете, мы все знаем, что у нас президентские выборы на Штатах. Как мы знаем, позицию вообще Джо Байден, он будет продолжать, как он может, конечно, зависит, если будет большинство республиканской партии в Сенате и Конгрессе, потом это будет трудно Байдена, как это будет труднее Байдена поддерживать войну, как он хочет. Трамп. Большинство людей говорят, что Трамп, он поддерживает Путина, он не хочет поддерживать Украину. Но есть одну вещь мы знаем от Дональда Трампа. Он очень непредсказуемый человек. Если он станет президентом, я не уверен, что он будет на меньшей степени поддерживать Украину. Может быть, это желающее мышление от меня. Поживем, увидим. Но вот что я думаю, что очень важно сейчас, это изменение американской позиции позволит украинские военные силы использовать американское оборудование на территорию России. Я очень сильно критиковал администрацию Байдена по этому вопросу. Конечно, главное преимущество, у России много преимуществ, больше человек, больше оборудования. И, может быть, главное преимущество, что они борются на территории Украины. И они могут нападать везде на территорию Украины. И если Украина ограничивает возможность Украины нападать российскую территорию, потом это как старается воевать с руками за спину. Я рад видеть, что республиканский Майкл Джонсон, председатель Конгресса, сказал положительно об этом. Никки Хейли, оппонент Трампа, тоже критикует Байден на это. И, наконец, я думаю, что это последняя поездка госсекретаря Антони Блинкена в Киеве. Он вернулся. И, наконец, после 27 месяцев. Это что-то. Вы знаете, что я думаю, что это еще очень открытый вопрос, насколько
сколько времени Россия может продолжать с экономической точки зрения воевать. Я думаю, но никто не знает точно. Но я бы догадался, что может быть в течение 2025 году мы, может быть, будем видеть экономические увязанности с точки зрения России. Конечно, это военная экономика больше похожа на экономику Советского Союза сейчас. Но, к сожалению, я очень разочарован, но удивительно с позиции Китая, что Китай очень открыто, кажется, решил поддерживать в России. Без помощи Китая, я думаю, что мы бы видели больше экономических проблем в России гораздо быстрее. Это бы было более видно уже сейчас. Моя жена только что летела 2 дня назад в Москву. У нее старая мама там. И она сказала, что сейчас есть много продуктов магазинов. Вы не чувствуете, что это вы в столице, в стране, который проводит войну, но это самое важное, это так скучно. Ничего смотреть на телевидение, ничего, очень мало доступно по интернету. Россия становляется больше как Северная Корея. Это так грустно. Ну, я не могу удержаться от вопроса, почему Китаю выгодно поддерживать Россию? Это ему выгодно поддерживать? Это выгодно Китаю, потому что Китай мы, США, мы главный оппонент в мире в Китае. И если Америка будет больше дает внимание на Украину, на Европу, чем в меньшей степени мы будем у нас будет меньше материалов, меньше внимания на Китай. So, к сожалению, это в интересах Китая, чтобы эта война продолжалась надолго. Лучше им, чтобы война продолжалась. И это большая проблема. Господин Кашин, спасибо вам огромное. Спасибо, что нашли время для нас. Спасибо, госпожа Немурия. Очень приятно говорить с вами. И я надеюсь, что в следующий раз это будет, мы будем смотреть более приятную картину на Украине. Да, спасибо. Да, да, спасибо огромное. Спасибо. Эндрю Качес был сегодня нашим гостем, за что мы очень благодарны и, конечно, признательны вам, нашей спонсорной платформе Patreon на YouTube. Оставайтесь с нами.